Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал AMBOT, и у нас игра Punishing Grey Raven. Довольно-таки новая, и она релизнулась только недавно, на самом деле, вот, поэтому, я думаю, стоит в нее заглянуть, стоит в нее поиграть, и я думаю, что игра интересная. Давайте заходим, посмотрим, что она из себя представляет. Кто-то писал довольно-таки давно всяческие видосы по эту игру, но она прям вышла в глобале только-только-только вот сейчас. Вот прям сегодня как горячий пирожок, и поэтому надо ее попробовать. Я захожу в Европу, ребят. Также уже создал аккаунт, получается, и нажимаем старт. Вот, соответственно, я вчера хотел записать видео по этой игре, но не получилось. Сегодня в 2 часа ночи вышла эта игра, открылся новый сервер, и поэтому мы сегодня начинаем в нее играть. Вот, насколько будет длинное видео, посмотрим. Вот, давайте мы тогда, не знаю, будем сюжетку ли смотреть или не будем сюжетку смотреть. Я думаю, черный экран и вот эти английские символы, да, буквы, не особо-таки нам интересны, потому что я, если бы знал бы язык, я почитал бы, смог бы это перевести. Я не могу, к сожалению, поэтому я это дело, ребятки, скипну просто-напросто. Просто скипаем мы эту историю, если ты понимаешь, знаешь, о чем, просто зайдешь и... Пожалуйста. У нас умирающая героиня, которая пережила, видать, какую-то просто бойню, я не знаю, потому что она вся изранена, то есть видим, что она проткнута рука, тут есть порезы, 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 и она прям очень-очень себя плохо чувствует. Не смотрим на это, просто skip story и поехали. Значит, у нас здесь опять обновление персонажа, игры Raven, там-там-там и так далее, и так далее. Идет загрузочка, ребятки, вот... Игра в стиле аниме, поэтому все то, что вам нравится, как вам нравится, то есть мы знаем, что вам нравится аниме стиль игры, поэтому тематика такая. Да и мне тоже, в принципе, довольно-таки это стиль зашел аниме. Единственное, что стилистика игр все-таки разная. Значит, что у нас, ребят, у нас... поехали. Прежде всего, нажимаем сюда. Управление, вот он. Пока что у нас вроде никаких скиллов нету. Также вот здесь вот можно прожимание, либо у меня вроде как вот здесь вот на клавиатуре это можно делать. Но я буду делать мышкой, потому что мышка, она более бесшумная, нежели чего-то там. Но, возможно, я буду потом это делать на клавиатуре. Так, отпрыги. Ну, кстати, довольно-таки графон это не очень такой прям примитивный, это нормально смотрится, красивая игра. Вообще топчик. Не знаю, мне нравится уже пока что. Пока что мне нравится. Единственное, что мне нравится, вот то, что здесь написано. Вот так вот, раз... Так, хорошо. Угу. Прикольненько. Нормальненько, да. Можем. Отлично. Я не знаю, будет ли вам клавиатуру слышно. Клавиатура, кстати, бесшумных, как говорят, прям идеально не бывает. Я не знаю. Тестить это не буду. То есть везде может быть какие-то шумы. Поэтому, ну, у меня, к сожалению, их слышно, клавиатуру. Так, здесь давайте нажимаем play. В принципе, с первой, наверное, у нас победы, с первой карточкой. 0,59 секунд, как я понимаю, это заняло у нас. Что еще? Можно скипнуть просто. Просто надо скипнуть, плей не надо ложить. Ну и, соответственно, да. Вот они мы. Против нас какие-то дроны. Дроны-роботы, киборги. Скип-стори, ребят, также буду скип-стори. У меня дома жарень, я поэтому весь мокрый, перед вами сижу. Вот, ну потому что я закрыл окно, там было шумно, там ремонтные работы происходят, чинят дорогу, поэтому пришлось закрыть, вентилятор тоже пришлось выключить, поэтому сижу, обтекая перед вас, перед вами, 33 градуса у меня жары, ребят. Нажимаем play, короче, скип. Поехали. Немножко камеру можно тоже вращать. Так, скип. Окей, ну... Хорошо. То есть можно раз и уйти. Уйти. Как мы увидим, что у нас атакует нас, то мы можем, в принципе... Опачки. Босс. 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 Так, у нас подъем, походу, наверх есть, нет? Нет, нет подъема. Так, раз. Бьем. Отличненько. Едем далее, ребят. Так, не знаю, мне нравится, определенно мне нравится игра. Я не видел даже монстров, но окей, я просто нажал то, что скилл показывали прожать. Блин, игра топчик на самом деле. Давно я просто не играл в подобное ничего, поэтому для меня очень интересно. Если тут еще есть гача, то это будет вообще огонь. Так, ладненько, давайте скипнем. Так, у нас первый босс, ребятки. Вау. Девчонки, девчонки.
девчонки сражаются с нами, мы сражаемся с девчонками, куча девчонок, возможно, тоже будут пацаны, но пока что вроде бы только существуют одни девушки, которых мы видим, но еще существуют киборги, ребят. Вот, Punishing Virus, поэтому вирус как-то существует. И мы с ним боремся, и не только с ним, получается, еще с другими какими-то сундерками, тянками. Ох, ничего себе. Вот это было мощно. Ой, она еще с расстояния дубасит. Так, стоп. Уходим. Нет, не уходим. Так, что мне с ней делать? Она прям как это эмбически мощная. Так. Опа. Но она прям в блоке стоит. Ну, я, походу, проиграю. Первое мое поражение будет. Может, конечно, тут и надо проиграть. Посмотрим. Да, походу, надо. Не знаю, я не знаю, как блокировать удары, если честно. Но тут, судя по всему, нельзя победить. Это босс, которого фиг победишь. Посмотрим. Да, да, то есть нам еще рановато было с ней сражаться, то есть нам показали, как это делается, кто нас впереди ждет, и это, скорее всего, возможно, не финальный босс, который будет, а будет какой-то босс чуть позже, но, по крайней мере, нас, как говорится, ткнули мордой в асфальт и сказали, что тебе рано, иди качайся. Значит, что у нас батл? Батл у нас также есть стори, давайте попробуем зайти в стори, попробовать первое сражение, begin mission, и, соответственно, давайте скипнем стори саму. Вот, поехали, ребятки. Также, ребятушки, лайкосики не забываем. Да. Вот, ну и, соответственно, если вам нравится игра, пишите, оставляйте комментарии. Посмотрим, сколько у нас таких будет, к кому оно все-таки зашло и понравилось. Поехали. Так, скип. Так, раз, два. Так, что, попали в меня, что ли? Так, минус. Оп. Так, раз. Так, это что это такое? Что это такое? А, он просто в отключке, что ли? Стоп, пацаны, завязывайте. Так, попали чуть-чуть, да? Попали, смотри-ка. Так, есть. Что с этим чуваком не так? Так. Не знаю, как это у меня получается, но что-то получается. С этим чуть позже разберемся. Ну, здесь победа, ребят, у нас. Отлично. Хорошо. Замечательно. Скипаем, ребят. Скипаем. Во-первых, истории читать это очень долго. Во-вторых, вы это можете сделать сами. Ну, а в-третьих, соответственно, мы получаем какие-то фрагменты героев, ребят. Заметьте, есть фрагменты героев, а, соответственно, если есть фрагменты героев, то, соответственно, мы можем играть за несколько героев, ребята. Это интересно. Мы еще посмотрим, попробуем. Если будет возможность посмотреть героев, мы посмотрим, ребят, с вами героев, каких мы можем здесь использовать. Пока что мы просто смотрим боевочку. Несколько сделаем боев, вернемся в лобби, посмотрим, что нам покажут там. Вот. А, возможно, какие-то еще за... То, что мы первый раз для новичков дают какие-то пакетчи, возможно, что-то можно использовать. Графоний четкий, ребят, мне нравится. Мне нравится, не знаю. Я что-то, наверное, хотел что-то такое поиграть уже давно. Так, что у нас? А, то есть вот так, да? Так, раз, два, три. Оп. Просто-просто крошим налево-направо. Так, есть. Так, хорошо. Ну, смотри-ка. Так, оп-оп-оп. Нормально, красиво, четко, найс. Блин, ну прикольно, не знаю. Мне нравится, ребята. Вот не знаю, что вы думаете. Я даже немножко чуть-чуть завис из-за того, что, блин, ну, блин, шикарно. Шикарно, значит, что у нас? Что? Ну, не знаю, давайте я вот это выбрал. Ну. Так, миссион комплект, чек он миссион.
Так, миссию, ну хорошо, нас больше просто пока что никуда не пускает, ребятки. Давайте story claim. Story claim. Так, что у нас back, выйти, типа показали нам что-то, окей. Здесь у нас получается, здесь у нас, вот, кстати, персонажи есть, ребята, есть парни тоже. Есть и парни, есть и девчонки. Так, хорошо, отлично. Так, и что мы составляем? Две карточки и майн. Две карточки майн. Так, давайте быстренько еще раз members. Посмотрим, во-первых, просто кто здесь есть. Так. Ага. Угу. Отлично. Парни. Еще парни. То есть все, типа, дальше мы не это. А, этого вообще, кстати, можно Грей Равен. Пишет, нет, нельзя его поюзать. Шарты. Странно. Окей. Просто пока посмотрим, что тут у нас есть герои. Просто мне интересно. Так, ладно, я не буду их крутить. Просто быстренько юзанем. Да и все, что-то, по-моему, повторяются они, да? Да. Ну, не все повторяются. Лады, пока что-то героев не так много. Но, возможно, будет добавляться еще что-то. Батл 17% у нас выполнено. Игра, скорее всего, на русском нет, поэтому давайте, в принципе, аккаунт, графики здесь получается. Вот звуки быстренько посмотрим по настройкам. Так, здесь medium, 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 FPS-очки. Poison, Jax Dynamic, аккаунт. Ладно, короче, с настройками поиграем потом. Без вас. Что еще здесь есть? Есть у нас Dream RPG, Top Shop, Shop есть, Thames, Members, News, Friends, Reverts. Reverts, News, News. Что такое у нас, говорит, News? Здесь у нас всяческие билборды. Окей. Ну что, давайте тогда миссию комплект. Здесь что у нас горит? Миссию комплект, Claim, Claim. Выполнены, забираем награды. Получаем всякие фрагментики. Также там какие-то другие фрагментики еще есть. Ну и, соответственно, давайте тогда дальше сражаться. Что еще остается делать? Давайте нажмем Battle. Нажмем Battle, давайте еще сделаем, наверное, боевочку. Посмотрим, если ничего нам нового не откроет, то, возможно, мы закончим. И начнем уже потом, когда я получу нового героя, либо будет, возможен шанс получить нового героя, поиграя до этого момента. Ну и, соответственно, уже с вами мы встретимся и поиграем. Пока что у вас тоже будет возможность тоже стартануть сегодня, начать играть сегодня же с первого дня и, в принципе, обогнать меня даже по развитию, или даже догнать, я не знаю, перегнать, не знаю, как получится, не догнать, то есть то, что у вас будет. Здесь у нас, говорит, девчоночка какая-то. Так, здесь мы нажимаем на символы, скип. Ну и, соответственно, поехали, у нас какие-то бои. Так, раз, два, три. Так, оп. А, она с нами или она... А, она против нас, что ли? Погоди. Я чуть не понимаю. Так, ладно. Я просто не понимаю. Ну, короче, мне, походу, понимать не надо. Меня чуть поцарапали. Так, или она с нами бежит? Она по дёжке, да? То есть ты с нами? Да, она с нами. Я думал, она против нас. Так, это что у нас? Открывается? То есть это нельзя, да, разбить? Все, я понял. Отлично. Дальше. Скип. Скип, ребят. Кто у нас? Где? Ну, судя по всему, далее надо. Нет, далее нельзя бежать. А что делать, если нельзя бежать? Куда можно бежать? У нас здесь загораются скиллы, ребята. Но я никого не вижу. Самое что интересное, что я никого не вижу. Может, здесь можно? Так, здесь тоже подняться нельзя. Странно. Без понятия, что здесь делать надо. А, во, контейнер взломать надо. О, ребят, тут просто вот на эти символы надо подойти, просто их обезвредить. Ну, или забрать просто. Здесь все равно закрыта у нас локация, то есть мы видим, что мы не можем дальше пройти. Не пускают. Давайте тогда попробуем, посмотрим, что у нас здесь. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. А здесь тоже у нас перегородки, в принципе, нас ничего никто не пускает. Так, может, с тобой что-то сделать? Да, поговорить, конечно же, надо с ней поговорить. Так, ну поехали. А, все, вот видите, что происходит. То есть тут еще непонятный так. Контент такой добавляется, что не просто надо бежать, сражаться, да, а все-таки еще опачки, что-то еще делать придется. Ой, тут тупик, блин, меня сейчас зажмут. Босс, 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 последняя жизнь. Все. Так, кто-то еще у нас тут.
Так, хорошо, опа. Так, а вот и добивание. Так, победа наша, ребятки. Найс. Угу. Получаем прочие награды, ребята. Также командор левел. Левел 4. Четвертый левел. Парам-пам. Ну, здесь, кстати, можно, по-моему, вот эти диалоги убрать, типа, а можно, типа, не убирать, ребят. Как бы пропустить его. Вот. Миссион. Хорошо, миссион. И выполнили мы какое-то еще задание. Клейм. Так, story. Здесь. Ага. Back. Так, members. B. Хорошо. А, у нас добавился новый персонаж, отлично. То есть мы сейчас его апнем, скорее всего, на левачок, да, майн. Все, то есть у нас добавился миссион. Ага. Отлично. Добавляем. Угу. То есть у нас в стиме появился еще один персонаж, который вот это вот был саппорт, я не знаю, с нами. Вот, давайте еще раз попробуем, сыграем тогда. И если что-то, то есть уже на этом закончим, ребята. Иначе я здесь весь вытеку, превращусь в лужу, вот, и это будет не очень интересно, потому что мне реально жарко. Так, скипаем мы, поехали у нас, значит, что у нас? Так, время, кстати, тоже есть. Чё, где? Всё? А, то есть нам за нее надо бежать, да? Окей. Ну, она прям дальник. Так, не подойдете вы, пацаны. Не-не-не, даже ни в коем случае. Так. Уходим. Опа. Что это было? Тоже какие-то типа спецульты используют. Так, хорошо, этих победили. Так, а вот ультушечка наша пошла. Так, хорошо. Главное отпрыгнуть вовремя. Все, победа. Ребят, победа. Я не знаю, я просто жму на все, что есть, ребят. И просто разношу всех. Пока что вроде легко это все проходится, ребят. Поэтому как бы вот так. Поиграли мы только одним героем, которого добавили нам сейчас, ребят. Так что у нас тут сын, он на заднем фоне. Греметь, наверное, сейчас. Так, здесь можно долечь, можно акцент, я не знаю. Поэтому. Читать или не читать, то, что они говорят, дело ваше, на самом деле. Здесь members, что у нас еще в героях, ребята, опять Б, трейн, левачок, да, скилл, нет, скиллы прокачиваем, скиллушечка, поехали, качнули разочек скиллушку, бэк, все, выходим отсюда тогда, пока что выходим отсюда, здесь у нас пока что еще все заблокировано, то есть нам нужно 4-2 пройти, здесь нам нужно пройти 1-12, ребята, здесь шоп, чтобы открылось, нужно 2-3, то есть не все так быстро, не все так радужно и хорошо, кстати, здесь у нас еще news говорит, горят что-то, news, я не знаю, events, Events News. Здесь напишется, что будет ивент, да, 17 июля, то есть завтра запустится в 7 часов утра и продлится до 31 июля до 6 часов 59 минут. Ну, то есть практически так до 7 часов будет лав, что какие-то будут ивенты. Вот поэтому, ребята, зайдем завтра и посмотрим. То есть у нас Energy Recover Operation будет. Также S-ранка вот это вот. Редкий, короче, парень тоже будет до 23 июля, вроде как 79, не знаем. То ли он стартанет, то ли он закончится, но, по крайней мере, посмотрим. Будем смотреть, что у нас, что игра, да как и я сейчас пойду дальше играть, проходить батл, открывать новые вот эти вот всякие вещи. Ну и, соответственно, жду от вас комментариев под видосиком. А, кстати, я вижу еще кое-что, я забыл, ребятки. Здесь у нас также есть клейм, мы можем забрать что-то. Есть Basic Construct RD Ticket, которые что-то, скорее всего, тикеты, обычно тикеты, либо даются для чего-то, я не знаю. Здесь также, смотрите, есть фрагменты героинь, либо скины в почте, ребят. Так, погодите.
и еще что-то здесь. Вот, поэтому смотрите, этот персонаж, это персонаж, а это кто у нас? Это скин? Нет, тоже персонаж вроде бы как. Ладно, я понял, также здесь карточки есть. Details Black Card. Не знаю, что такое, для чего это нужны. Возможно, для улучшения или еще что-то, какие-то ресурсы. А может, для, для суммонов, как бы. Для суммонов, ребят. Забираем. О, кстати, еще есть какой-то этот. Daybreak есть какой-то. Вот, поэтому как бы так, на заднем фоне шумит сын. Так, вроде бы я все забрал, ребятки, да? То есть, и здесь получается у нас тоже что-то есть, говорит. S-Rank Construct Pack, вау. И какой-то новый герой, пятизвездочный S-Rank Construction Limines Entory Ember Tembroin Plus. Короче, что-то так. Давайте заберем тоже клейм. Так, все, я пока не буду ничего удалять. Блин, как же мне жарко, ребят. Значит, сейчас у нас получается здесь, и нам нужно, по идее, найти, где мы можем этот конструкт сделать. Я не знаю, use range rewards, events, где он? Members, attempts, что это такое attempts? Attempts memory. Memory, да. И вот, видите, 6, 8 у нас есть герои, ребятки, 2, чуть, не знаю, это что это такое означает. И здесь. Здесь можно кого-то типа выбрать, что ли? Или что? Где? Не понимаю, если честно, секундочку. Материал. А, материал можно выбрать, да, вот здесь, вот смотрите, выбираете какого-то персонажа. Я не знаю, если честно, кого выбрать. Кто у нас есть? У нас есть Ливи, Ли, Камию и Каринита и Нанами. Так, 5 персонажей. Так, погодите, пока что консол. Давайте быстренько посмотрим сейчас на наш ХВ, апан, это наше оружие. Так, members, давайте быстренько зайдем. У нас, получается, есть Ливи. У нас есть Ливи, у нас есть, соответственно, Люция. И, в принципе, пока что все. Ливи у нас есть, ребят, Ливи. Ливи это у нас хиллер, судя по всему, а Люция это у нас оружейник. Ливи, давайте обратно сейчас заходим. Ливи, Люция, материал. Ливи есть, не берем. Ли, Камил, Карина и также Нанами. Давайте попробуем Нанами взять, я не знаю, кто такая. Так, Нанами S-класс, ребятки. Психикал. А, это танк у нас. Танк, Fire 50%, танкующий персонаж. Я взял ее, Survival. Все такое, Boost. Так. Рекоменд партнер и рекоменд Equipment. Equipment. Окей, лайк. Хорошо. Партнер рекомендуемый СБ. Б-ранг вот это у нас, кстати, Ливи тоже у нас Б-ранг. Не знаю, почему она С-ом горит, С-рангом. Может, ее можно, возможно, прокачать дальше. Так, хорошо, ладно, мы взяли, получается, танка, ребята. Ну, типа у нас есть атакующий, вот, ладно. Все, вроде бы использовали. Здесь что у нас такой? Базик, RD-тикет. Что с ним делать, не понимаю. Ну, скорее всего, это что-то для улучшения оптайн. Все, шарды. Шардов нету. Вот, короче, мы получали, получили нового персонажа. И тем сейчас откроем, ребят. А где, непонятно, на самом деле. Получить, получили, где, непонятно. Возможно, в почте где-то, может быть, нет? Нет. Короче, с этим делом разберемся. Где-то меня обманули, не дали вроде бы. Хотя, погодите. Members, не туда жму. Да, вот она есть. Вот, вот он наш новый персонаж. На роликах, на каких-то, на моднявых. Вот, поэтому как бы так. Давайте еще один сделаем батл. Вот, и, соответственно, попробуем нашу новую героиню, если нам получится ее использовать. Вот, значит, нажимаем сюда. Также добавляем нашу новую героиню. Вот эту вот S-ранг, это у нас B-ранг, ребятки. Добавили в тиму. Давайте ее поставим во главе и попробуем, посмотрим, что у нас сейчас получится. Скипаем story. То есть поиграем ей, и заодно вы посмотрите, насколько красив и хороший персонаж мой новый, да, и, соответственно, выберите уже кого-то другого, либо выберите ее, то есть, если вам она зайдет, если вам понравится боевочка. Поэтому сделаем еще дополнительный бой. Вот, потому что я хотел на самом деле уже заканчивать деле. Вовремя я заглянул в письмо, ребят, и вовремя я, соответственно, остановился. Так, вот она. Вот у нас эта девица с какой-то пилой непонятной. И у нас прям как будто тут здоровый-здоровый босс. Ладно, давайте попробуем. Опачки. Стоп. Или стоп. Так, ладно, поехали. То есть мы будем
сражаться. Ну, у нее скиллов очень много, на самом деле. Так, выходим. Много скиллов. Она ближник у нас. Откатывается скилл. Выходим. Так, культушечка. Так, все, всех победили здесь. Так, скип. Поехали далее. Так, у нас даже есть вот замен, да, видите, сбоку получается наша героиня, вот здесь вот справа. Так, поехали дальше. Босс отступает. Так. Так, раз. Пролетели мы под лучами, ребят, и как бы вот так. Нормально, все, всех разнесли. Все, здесь больше никого нету. Поехали к боссу. Скип. Так, босс, ребятки. Или нет, или все, типа победа. Блин, я думал, будет сражение с боссом. Нет, это была победа, ребят, никакого босса не было. То есть, ну, в принципе, вот она, девчонка. То есть, смотрите сами, танкующий персонаж. Вот, все. На сегодня пока что мы останавливаемся, ребятки. Больше нам, в принципе, больше ничего не горит. Больше ничего нам не дали. 42% прошли мы батл, 1.6 story. Вот, левел 5 у нас. В принципе, вот мой персонаж. Пока он у нас называется вот так вот, в дальнейшем, я думаю, можем поменять будет ник, зависит от левела, либо самому можно где-то будет сменить, пишите также комментарий по поводу ника и, в принципе, как бы вот так вот. На сегодня, ребятки, все, вам хорошего настроения, лайкосики, подписка, все как обычно. Всем до встречи, удачки, увидимся, всем пока-пока.